Слушай, дожди. Ну, вы знаете, это Петербург, и на самом деле поначалу мы очень переживали, когда думали о том, что вот, пойдет дождь. Мы закупали дождевики и всем раздавали эти дождевики, но сейчас мы на самом деле информируем людей, как правило, они уже приходят подготовленные, с зонтиками, но у нас, конечно, есть дождевики на случай дождя. Если мы понимаем, что прямо уже вообще ураган-ураган, и крыша небольшая, мы можем заказать вот такой вот шатер, в принципе, мы так делали, и люди все прекрасно помещаются под шатрами. Но я хочу вам сказать, что дождь — это такая романтика. В прошлом году был концерт Кашины, пошел дождь, люди достали зонты, и это, конечно, было очень красиво. То есть дождь нас уже не пугает. Вот. Да, да. Не, может быть, Ладя, да?